Неделю где-то пропадает и трубки не берет. Вечером увидимся. Эль, прости, пожалуйста, но сегодня прям совсем никак. Я просто занят. Да, что происходит? Просто домашние дела. Меня родители попросили помочь. Что? Ясно. Ладно, меня тоже дома сегодня ждет. Зовите Дану, пожалуйста. Он в магазине? Ну. Тогда как придет, пусть меня берет, хорошо? Считай, уже звонит. Здрасте! Ты что, к Даньке приходила, да? Ну да. А его отец по делам своим припахал, вот. Кто это у нас соизволил позвонить? Что, в магазине связь появилась или папа отпустил поговорить? Да нет, звоню сказать, что я не дома. Неожиданно деловой ужин возник. Я рада, что ты хоть не голодный. Все, прости, не могу говорить. Целую. Знаешь, а я теперь стала как сталь. Вот вещи Данила. В этом пусть на кухне помогает, в этом пусть в магазин ходит, в этом пусть к своей шабалдуке ездит по вечерам. Успокойся, что случилось? Ничего! И пусть не волнуется, я его больше своими звонками донимать не буду. Ну ты пройди, да, не приедет, и на все. Я не буду больше слушать его вранье. И ваше тоже, ясно? Эль! Эль! Отвали от меня! Да что случилось? Ты что, совсем отупел меня? Ну конечно, в постели с подружкой пыхтеть, это много ума не надо. С какой подружкой ты, о чем? Я терпела и верила тебе. А теперь женись на этой шабалдуке, которой ездишь каждый вечер.